Итак, в третьей, в шестой группе выступает представитель Хорватии Идора Хегель, тренируемый Александром Розином. Года. Ну, пока серьезных достижений нет. Лучший результат — это 9-е место на чемпионате Европы 2-летней давности. Программа, конечно, поскромнее, чем у Каролины Костнер. Но, тем не менее, все равно любопытно. Я, что Каролину в этой группе никто не обыграет. Понравилось. В Японии, во-первых, любят блюз, во-вторых, в целом все симпатично, без, на первый взгляд, каких-то серьезных ошибок. Но вот я так, каюсь, немножечко отвлекся, хотел сейчас смотреть повтор, не совсем я понял, момент поворота, тройной лос был или двойной в каскаде, сейчас мы это увидим, первым. Без падений, без срывов, единственное, конечно, и аксель, 2,5 оборота, она там не докрутила где-то, ну, может быть, четверть, может быть, чуть меньше четверти. На выезде тоже в динамике так это вроде не особо в глаза бросается. Но слишком простые дорожки шагов. Не очень хорошие, прямо скажем, вращения. Слабые позиции, так немножко угловато. Да, двойной лутс, конечно, был. С двойным тулупом вместо заявленного тройного. Ну, почувствовал, видимо, потому что это была не бабочка. Двойного вес тройного. Почувствовал, видимо, в последний момент, что неверно не прыгнет. Может быть, на разминке. Тайно Ридбергер хорошо. Он тоже так сложно. На таком крупном плане красиво смотрится, эффектно, но определить качество заклона. Дорожки можно нам и не показывать. Здесь легкие намеки на твизлы. Ну, несколько чектау и пара простейших троек. Вот и все, из чего состоит. Причем на невысокой скорости. Пару раз едва не споткнулась здесь Идора.
Бог люди боль на свой дома. Бог любовь боль. Ну для себя неплохо. Бог всема. Наверное, скажем так, что могла здесь. Фигуристка опытная, выступающая всегда примерно на одном хорошем среднем уровне. Но, конечно, уже в 23 года выше головы не прыгнешь, если что-то до 17-18 лет. Удалось дотянуть дальше сложно. Тем не менее, в произвольную, я думаю, она попадет. В число 24 участниц. Но где-то к концу. Технические элементы 24. Ну и вот, на мой взгляд, даже и многовато смотрят. За базовые элементы, за связующие шаги. Интерпретация, хореография, перформанс, да, это нормально было. Но все тоже относительно. Я говорю, завышено. Но вспомните, у Каролины Костнер все за 7 было, здесь пятерки. Так что нормально, оптимально действительно данный текущий результат. Ну и не надо здесь ее равнять с Каролиной, конечно. Где-то можно сравнить с Анастасией Гимазетдиновой. У Анастасии все прыжки были, а здесь не было тройного, был двойной.